Ту-т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 у
да, это Одиссея. Прикольная игрушка на самом-то деле, которая не даст вам заскучать на уроках. Вроде ведь школа, поэтому игра специально для вас. Поехали! Очень интересно, довольно необычно. Я уверен, что вам игра понравится, она вас зацепит. И это не обзор, это, скорее всего, уже даже просто игра по кайфу. Это и летсплей, и прохождение, и первый взгляд. И, в общем, это фулл пак, ребят. Потому что игра безупречно идеально подходит для того, чтобы кайфовать. Оп. В общем, смысл игры очень прост. Едешь на серфе по пустынке, собираешь монетки и преодолеваешь все препятствия, которые предстоят тебе впереди. В принципе, ничего, по-моему, сложного, да? Оп. Главное, не разбейся, дружище, и все. Все остальное будет у тебя в порядке. Ух, ё-моё, ё-моё. Так посмотри, что творят. Много препятствий. Много интересностей. Ай-яй-яй. Ёб твою мать. Скала была. Была скала. Так, закончить заезд 127 монет. Разбить горшок я не разбил, но уровень 2 я прошу. Пошли еще. Так, нет, играть снова я не хочу. По-моему, не обязательно же на 3 звезды все проходить, чтобы переигрывать, если я не ошибаюсь. Нет, обязательно, скотина, надо разбить горшок. Какой горшок-то разбить? Я что-то горшков не видел никаких. В общем, по-моему, ребят, в мое бы время была такая игра на тельчик во время уроков. Я бы точно ходил в школу, но ходил бы для того, чтобы погамать, поставить какой-то новый рекорд и подсадить побольше ребят на эту игру, потому что игра, по-моему, эпичная, игра интересная, и мне кажется, если ты не обратил на нее внимания, братан, то с тобой что-то не так, и это надо менять. Е-бой! Вот это было эпично, по-моему. Видал, какой прыжок? Блять, да там же ж ничего не было, что такое? Я там ничего не увидел. Ну вот так вот всегда. Не видишь ничего, тебя берут и сбивают. Я горшок ищу. Они мне говорят, что я зацепился за какой-то камешек. Капец. Горшок разбей, а камень перепрыгни. Вот нормально, да? Но то ж был не горшок, там был камень. Правильно? Надеюсь. Ха. Поехали. Сейчас я все сделаю. У-ху! Ебой, камень! Расколол камень. Из-за того, что сделал четкий трюкацкий, мне дали энергетический щит, который спас меня. Это эпично, это хорошо, мне это нравится. У-ху, блядь. Нахер я его крутил? Не умеешь крутить сальто? Ну не берись. Ну что ты за вас, Джан? Пропустите его. Ну ладно. Эх, а мог бы пропустить. Но не хочу смотреть ролик и показывать вам очередную рекламу, ребят. Все для вас. Ничего, мы должны пройти за этот видеоролик второй этап. Кстати, не забудь написать в комментариях, сколько этапов прошел ты. Вот так вот, прям с первого раза сел и прошел сколько этапов. Потому что это интересно, мне всегда нравится какая-то соревновательная такая игра. Соревновательный момент, это всегда приветствуется, когда это есть в игре. Ни хрена себе, такое я еще не видел. Первый раз нашел такой вихрик, короче, еще один плюс. Раскали, хорошо. Отскока камня, ну хоть так. Мне нравятся игры, в которых каждый раз что-то меняется на карте. То есть, да, сама карта по сути та же самая, ничего не поменялось, но какие-то плюшки, что-то, какие-то моменты где-то добавляются. Сука. Было больно. Эх. И вот эти моменты как раз таки интересны. То есть до этого мы катали, вихрика не было, ничего не было. А сейчас появился какой-то вихрик. Меняется постоянно фон. Дождь, град, закат, рассвет. Ну это круто. Вот сейчас песчаная буря вообще. Песчаной бури тоже у меня еще не было ни разу. Ай, не достал до этой херни. Вот сейчас надо сделать прыжок. Хорошо, и сейчас... Е-бой, отскок, мать вашу, полетели дальше.
Давай, давай, давай. Оп, прыжок. Где горшок? Мне интересно, реально. Меня киданули или что? Я не вижу горшка. Какой горшок нужно расколоть? Или он реально дальше намного? А, вот горшок, ё-моё. Отлично, мы разбили горшок. Я же говорил, что я пройду этот этап. Я прошел этот этап. Ну что, неплохо. Давай, до свидания. Надо было не крутить сальтецким. Ошибку сделал. Эх, но зато... Дорогой мой друг, я посоветовал тебе охеренно крутую игру. Я перешел на третий уровень. Я молодец, а ты еще круче, братан. Не забудь подписаться на канал и оставить комментарий. Пока-пока!